Отплыть или остаться в порту? Это дилемма для британских рыбаков перед лицом предстоящего референдума о членстве в Евросоюзе. В порту Норт-Шилдс на побережье Северного моря настроение мрачное. Алан Дженкинс, рыбак с 8 лет, не видит будущего для рыбной ловли. Не знаю, что будет теперь, но политика ЕС в отношении рыболовства не делает там ничего хорошего. Я просто прибрежный рыбак, вы знаете. Это может измениться, если мы выйдем из ЕС, кто знает. Сегодня в сетях пусто. Рыбаки жалуются, что не в состоянии оплатить рыболовные квоты, навязанные Британией и Евросоюзом. ЕС ничего не делает для местных рыбаков, он только урезает квоты, все построено на системе квот, и они просто не дают нам выходить в море и ловить рыбу. Да еще и французские рыбаки могут приплыть, испанцы тоже, и все они могут брать рыбу в британских водах. Вот что это такое? Великобритания поглядывает в сторону Норвегии, которая сказала «нет» Европе еще в 1972 году, но тем не менее состоит в Европейской экономической зоне. Неплохая сделка, считает Норвежская ассоциация любителей рыбалки. Мы хотим сохранить норвежские запасы рыбы для норвежских рыбаков. Причина нашего успеха заключается в том, что мы сумели сохранить для себя наши запасы, особенно трески. Если мы обратим внимание на то, что происходит в Северном море и зоне ЕС, особенно вокруг Британии, то убедимся, что заботы о рыбных резервах там никакой нет. Норвегия является вторым в мире экспортером морепродуктов, 60% которых уходит на европейский рынок. Тем временем 70% доходов происходит не от рыбной ловли, но от разведения лосося на таких фермах, как эта. Не являясь членом ЕС, Норвегия вынуждена платить за доступ к общему рынку. Сегодня большинство лососей уходит на европейский рынок в виде целой рыбы. Если бы мы не платили за доступ к нему, то могли бы обрабатывать больше лосося прямо у себя, что добавить ему цены. Кроме того, мы могли бы создать рабочие места в этой области для местного населения. Потому что Евросоюз берет 2% за целую рыбу и 13-20% за обработанную. В результате копчение норвежского лосося происходит в Германии и Польше.